Привет, дорогие подписчики и зрители канала. Меня зовут Артур, и мы продолжаем играть с Skyrim Dragonborn. Мы находимся в храме Мирака по-прежнему, как и в предыдущей серии. Это оказалось довольно большое помещение. С нами все так же Дармидонт, с нами все так же Фрея, и у нас все так же довольно много проблем. Но тем не менее, куда-то мы по ощущениям подбираемся. То есть, в предыдущей серии мы нашли место Стену Силы, где мы нашли очередной крик. И кроме того, тут очень много драугров, поэтому нужно быть осторожным, потому что драугры здесь не из последних. То есть вполне могут настучать даже в одиночку. И там, кстати, скелеты прут. Нормально. Так, что-то я как-то высоковато стрельнул. И теперь низковато. Или нормально. Ладно, что-то как-то... Ребята, вы тут уже? Ну давайте за мной. Я пока пользуюсь железными стрелами, потому что, в принципе, хоть они отстой полный, но их полно. И, в принципе, неплохо и с ним получается. Единственное, конечно, нужно умело подходить, потому что... А, нет, тут растяжку сорвали. Потому что с этими стрелами очень быстро настучат, если ты не будешь все время ступать назад и там так или иначе перестраховываться. Кто где? Добрый день. Свидание. Шо? Короче говоря, нам жилось бы гораздо легче, если бы не Фрея. Фрея у нас, хоть она и пытается быть скрытной, вон, видите, она там старается что-то. Но, тем не менее, по большей части, все ее попытки перерастают в то, что... Ой, это что? Прикольно. В итоге нам из-за нее начинают стучать. Ну, по большей части стучат в основном ей, конечно. Так, железные стрелы против вот такого товарища. Это будет довольно печально, но почему бы не попробовать? Опять лишнего. Да. Я, как обычно, великолепно стреляю. И более того... Фрея, ты на линии огня, отойди. Как она полетела. Я думаю, мы огребем, потому что агрести в начале серии — это наша традиция. Но вроде как все получается. Пошло, отлично. Военачальник, размотали как быстро. Живем. Так, все, вроде никого больше. Фрея полетел, конечно. Просто как куль с дерьмом. Извини, Фрея, но это так. Что же мы тут нашли? Какие-то зловещие статуи в этом месте, просто до ужаса. Не очень мне это все нравится. Временами даже зябко становится, жутковато. Посмотрите на это. Обруч несравненной магии. Ух ты, звучит. Жаль, что нам не нужно вечных мук. Двуручник, блин. Давайте возьмем сталгримовая броня. Тяжелая, не наша. Так, хорошо, давайте двигаться дальше. Это подземелье и не думает кончаться. Я, в принципе, не против. Перекат. Так, Дармидонт, не шипи ты так, елки-палки. Она же заметит из-за тебя. Я уже привязался к этому реклингу. Надеюсь, его все-таки не убьют. Потому что, блин, прикольный. Прикольный напарник. Так, хорошо, куда-то мы пришли. Судя по всему, мы сейчас возьмем очередную черную книгу. Так, сохранимся. Ну да, судя по всему. Как-то это жутко все. Ну что ж, если бы мы пошли по сюжету, это была бы первая, но мы уже знаем, что это из себя представляет, поэтому...
мы лишь возвращаемся в уже известный нам мир. Но сейчас, понятное дело, будет что-то свое, но тем не менее. Ненавижу это место. Интересно, затянет ли оно наших спутников, или я буду тут один? Посмотрим. Вообще, очень красивое место, мне очень нравится. Мирок? Who are you to dare set foot here? Ничего себе. You are Dragonborn. I can feel it. And yet... So you have slain Alderith. Well done. I could have slain him myself back when I walked the earth. But I chose a different path. Так вот ты какой. You have no idea of the true power. A dragon boar can wield. This realm is beyond. You have no power here. Вы видите, что там сзади? Я только заметил. And it is only a matter of time before Sol's time is also mine. I already control the minds of its people. Soon they will finish building my temple, and I can return home. Send him back where he came from. He can await. С ума сойти. Не подходи ко мне. О, какая пакость. Духи. Да что ж такое происходит, да? Ну, твари. Вы мне за это ответите. Мирок не первый, кто произносил перед нами пафосные речи, но все они в итоге получили по стреле в глаз и ничего. Так что он в нашем списке. Блин, ну это меня впечатлило, конечно. Сам вид этих тварей, этого дракона. Дракон какой-то совершенно умопомрачительный был. Ну и Мирок вроде как достойный соперник. Нравится мне в качестве главного антипода гораздо больше, чем... Чем Алдуин. It seemed as though you were not really here. I could see you, but also see through you. Я не могу сказать наверняка. Передо мной был Мирок на драконе. Where? Where is he? Can we reach him? Can we kill him? Каким-то образом после чтения книги меня перенесло к нему. This is a dangerous thing, then. We should return to my village and show this to my father. Perhaps Storn can make sense of what is going on. Come, there looks to be a way out through here. Дормидон, пойдем. Офигеть, это было неожиданно, конечно. Блин, я тоже так хочу на драконе полетать. Мирок, ты труп. Вы видели, насколько он мощен? Мощен, есть такое слово? Мощный. Могуч. Но мы тоже не пальцем деланы. Верховный лорд вампиров, глава гильдии воров, глава темного братства, глава гильдии магов, глава соратников. Что там еще у нас было? То есть тоже не последний человек в Скариме и близлежащих поселениях. Так что, товарищ, дело твое, табак. Рано или поздно мы найдем тебя. Теперь вы понимаете, для чего эти храмы? Понимаю я, наконец. Интересно то, что у нас три книги. Это скажется? Ох, солнце, ненавижу. Где оно? Ах, пакость. Пойдем. If anyone can help us now, it is you. Далеко идти-то? Да нет, в принципе. Почти тут. Здесь, насколько я помню, могут встретиться тролли.
Мне показалось, или по небу что-то пролетело? Там очередной храм, да? А, понятно это. А где она? Птица. А, вон. The village is just ahead. Storin has used his magic to raise a barrier around it, protecting the few of us left. That the barrier is still there is a good sign. Я тут был вообще. Да, бедолаги. На самом деле деревня опустела. Так что не очень хорошо у вас дела, что бы ты ни говорила. Да, вот и вы. Вьюга здесь, конечно, хорошо, что я как вампир не боюсь холода. There is yet hope. Freya, what news do you bring? Is there a way to free our people? No, but I have brought someone who has seen things. He has confirmed that Mirak is indeed behind the suffering of our people. I feared that it would be so. But how is that possible? After all this time? I fear there is too much we do not yet know. Please, tell Storm what has happened. Хорошо. Ну, здравствуй. So you have seen things, yes. My magic grows weak, and so does the barrier around our village. Time is short. Tell me what you know. Мне довелось увидеть Мирака. Really? How? После прочтения книги в храме Мирака меня куда-то переместило. Мирак был там. The legends speak of that place. Terrible battles fought at the temple. The dragons burning it to the ground in rage. They speak also of something worse than dragons buried within. Difficult to imagine. But if true, it means what I feared has come to pass. Mirak was never truly gone, and now has returned. If you could go to this place and see him, are you like Mirak? Are you dragonborn? Мирак называет себя драконорожденным. That is what the stories say. You are dragonborn as well, then. Perhaps you are connected. Что исходит из того, что мы оба драконорожденные? I am unsure. It may mean that you could save us, or it may mean that you could bring about our destruction. But our time here is running out. The few of us left free of control cannot protect ourselves for much longer. You must go to Saring's Watch. Learn there the word that Mirak learned long ago. And use that knowledge on the Windstone. You may be able to break the hold on our people there and free them from control. May darkness never touch you. Ну, спасибо. Хорошо. Далеко ли это место? Да, в принципе, нет. Это примерно оттуда и пришли только что. Погодка здесь, конечно, просто кошмар. Но, по крайней мере, они в безопасности. Сколько там времени-то? 5 вечера? Давайте мы подождем. Где-то вот так вот. И будем выдвигаться. Пойдем, Дош. Покормиться нам тут не с кого, так что жаль, что деревня опустела. Так что пойдем не солоно хлебамши. Фрея, я думаю, если с ней поговорить, она пойдет с нами, но мне, честно говоря, это совсем не нужно, потому что напарник из нее ужасный. Хотя она по большей части делала полезную вещь, то есть
получала большую часть ударов, своей тыквой ловила, а я в это время убивал врагов. Но это, согласитесь, выглядит довольно глупо. Не знаю, пойдем. Ох, как метет-то, елки-палки. Чистое небо есть на быстрых слотах? Нет. А сколько уже тут всего? Так, подожди, блин. А, ну да. Ну как-то вот так. А то эта погода просто ужасна. Хорошо, ноги мочить не будем. Ой. Ты за мной? Оп. Давай. Наши навыки скалолазания нам должны помочь. Дормидонт. Догонишь? Ладно. Я не знаю, потому что ждать тебя. Так, нам, судя по всему, сюда, да? Дормидонт. Остался, похоже, там. Ну, ладно. Это что было такое? А, это, понятно. Развивается знамя. Хорошо, сохраняемся. Сейчас, возможно, будет небольшая очистка. О, бежит, родной, бежит, касатик. Молодца. Спокойнее даже стал. Так, не вижу неприятеля. Пока что все зазомбированные просто. Камень ветра. Врагов не видать. Это враг, нет? По-моему, нет. Так, подчинение воли, хорошо. Вы как, в порядке? Ох, япона мать. Неплохо так. Ты посмотри. Скрытий. Я думал, эти гадости в нашем плане не появляются. Давай, дормидонт. Ох, хорошо сносит. Ой, как хорошо. Так, окей. Я тебя не брошу. Пора стрелы менять. Хотя нет, нормально. Молодца. Ой, какой ты у меня клевый. Давайте я дам. Да нормалек все будет. Держи у меня оленину. Покушай. Ой, я сам съел, пардон. Ну, ладно. Держи тогда рулет. Так, чё, ребят, вы как? Allmaker bless you. You have saved us. I don't know how I got here. Понятно, ничего не помнит. Какая пакость, посмотрите, эти зубы. Is this a dream? No. This is a nightmare, surely. Что-то с анимацией бега у меня странное. Так. Хорошо. Так, дормидонт, подвинься. Понятно. Анимация заглючила. Я могу очень медленно бежать теперь. Окей. Так, ну что, возвращаемся. Это было не сказать, что дико сложно. Теперь мы знаем, как справляться с этой напастью. Вполне себе неплохо получилось. Так, где у нас тут мостик-то? А, вот он.
Ребята, возвращайтесь, а то мне кушать охота. Вы, я надеюсь, идете в деревню все? Да, вроде как. Так, интересно, Арвак, это же все-таки, я вспомнил, кто такой, это конь, которого мы в Каэрне душ получили. Можно ли его призвать где-то, кроме Каэрна душ? Честно говоря, сомневаюсь, но давайте попробуем, почему бы нет. Где он у нас находится? Он у нас находится не тут. Вот он. Понятно. Так, Дермидонт, пойдешь пешком. Да, видок у меня, конечно, на этой лошади сзади бежит за мной. Офигеть просто. Не пугайтесь, люди. Это моя лошадь. Все в порядке. Я ее плохо кормил. Да, красавец. Ну как красавец? В определенном смысле. Окей. Блин, ну это было круто. Мне очень понравилось. Вообще то, что в сегодняшней миссии происходит, мне нравится очень даже. Интересный поворот такой. Так, Дермидонт, спокойно. А вы спать все пошли, да? Барьер подождет. Просыпайтесь, пожалуйста. О, тихо, точно, подожди. Блин, питаться, если сейчас могут заметить. Ну, давайте попробуем, у меня автосохранение все равно есть. А ты, Фрея, вкусная? Хорошо. Давайте еще. Напьемся вдоволь. Мы давно не кушали. Наконец-то они ушли спать. И мы можем восполнить свои запасы крови. Так, теперь не удивляйтесь маленьким болдарям у вас на шеях. Доброе утро. Which means you have succeeded. Твои люди теперь свободны. So it is. You have proven yourself an ally to the Skull, and so the Skull shall be allies to you. Что теперь? If you have released the Windstone and broken the hold on my people, perhaps you can do the same for the rest of Solstheim. I doubt it will fully stop whatever Mirak is doing, but it may slow his progress. Достаточно. Мне нужно остановить Мирака. I cannot help with that. None here can. You will need the knowledge Mirak himself learned. You will need to learn more about this black book. Расскажи мне больше об этой книге. Mirak had this? This does not look like something of the dragon cult. It is a dark thing, unnatural. I would have nothing to do with it. But the dark elf wizard, Neloth, he came to us some time ago asking about black books. I believe he knows a great deal about them. Perhaps too much. Seek him out to the south. Be cautious, Dragonborn. There is something else at work here. Хорошо. А что тебе известно о черных книгах? Our traditions do not speak of them, but they and Mirak are connected. You read a black book and saw him. And the book's power comes from the same dark source as that which corrupted the Windstone. But beware, you are now walking the same road as Mirak. Почему ты думаешь, что этот Нелд поможет мне найти черные книги? He also is searching for them. In fact, he has already found one. He showed it to me when he came here. It was very like the one you found in Mirak's temple. A thing of dark magic, not of the Allmaker. То есть, получается, это четвертая книга у него уже. Хорошо.
Что случилось после моего крика на камне ветра? The power of the stone had been corrupted. It was the source of the influence that had taken control of the skull. Your shout broke whatever evil will controlled the stone and restored its true nature as a conduit of the All-Maker's gifts. Freeing the other stones will diminish whatever dark influence is spreading across Solstheim. Другие камни? Yes. There are six sacred stones. Wind, water, earth, mist, sun and tree. Through them, the oneness of the land is maintained. Freya saw that the tree stone now stands imprisoned in Mirak's new temple. I doubt that you can free it until his power is broken. But you may be able to cleanse the other stones. Even if this does not stop Mirak, it surely will delay his return. Хорошо. А кто этот Всесоздатель? You are an outsider. And I don't know if I can make you understand. I will try. The All-Maker is the maker of all things. And it is from the All-Maker that life flows like a great river. As all rivers must return to the sea, so all life returns in time to the All-Maker. I know our ways must seem strange to you, but the nine gods of the Empire are equally strange to us. А кто ты? Какова твоя роль вообще среди скалов? As shaman of Skull Village, I serve as both a guide and a healer, as well as a keeper of traditions. Хорош мужик. I also remind the Skull to live as one with nature, and to honor the will of the All-Maker, so that we will be worthy to join him in death. Хорошо, бывай. All-Maker shelter you. И тебя также. Так, ну что, прости, но у тебя в плече стрела, похоже, моя. Извини меня за это, скоро вылечим. Ну что, давайте завершим на этом эту серию. В следующей двинемся уже по основному квесту, поговорить с Нелотом. Я так понимаю, он где-то там на юге, где-то как раз куда я хотел направиться. То есть около того здоровенного гриба, что само по себе очень интересно. Вообще интересная сюжетная история развивается, и кроме того, мы теперь еще и покушали неплохо, что особенно радует. В следующей серии двинемся туда, скорее всего, пехом, потому что это будет интересное путешествие. Надеюсь, вам понравилось. С вами был Артур. Всего хорошего. Пока-пока-пока.